Приветствую вас всех, с вами Зар, продолжаем играть в Европу 4. Итак, воюем против Испании, Португалию берем как совоюющую сторону. Да, так оно правильно называется. Но перед этим давайте-ка разорвем союз с Россией. Должен остаться только один большой синий капель. Вот так. Расторгну союз. Окей. И еще один брак. Но его вроде бы можно во время войны расторгать. Так что отправим сюда теперь дипломата. Поехали. Так, здесь много испанской артиллерии. Сюда. Тут у меня идут фрегаты. Они еще, ну, чуть-чуть обновлял, но еще не все обновлены до конца. Так что пусть идут. Флот. Флот. То флот тоже может выйти. Сюда. Так, интересно, где у Португалии войска? А, ой-ой-ой. Вот это я тупо сделал, конечно. Сейчас они мне тут накидают. Ну хорошо, что они где-то здесь. Так, ну тут типа идет все нормально, но оно не нормально. Нужно лучше отступить. Хочется, как обычно, побыстрее не тянуть резину, но так не получается. Это корабль на мини-карте вижу. Еще раз попробуем сюда направить наших наемников, но получится ли? Так, с Россией один брак разорвать. Нет, мы потеряли один престиж. Нет. Что же будет? Так, давай подходи сюда. Сейчас пойдем ловить португальские войска. Это тут испанские. Тут мы разделимся. Так, что здесь вроде бы нормально. Буду сейчас сами будут атаковать. Где? Если бы сами они бы сюда пошли. Это 6. Нормально. Можно уже стать сюда. Наверное, эту армию направлю вот тут. Поокупирую. Не буду тут где-то собираться, что ли. Стоп, а где испанская армия? А, блин, ушли, походу. Походу, они ушли. Да, 38 транспортов.
Они сюда идут на бой. А может и не на транспортах, я это так себе предполагаю. Уже 5 галер потопили нам. Тут, к сожалению, уже нету бонусной галеры. Ну тут уже начинается внутренние моря. Ну, сейчас должны наши линкоры подойти. Навести здесь порядок. Так, куда он отходит? Coast of Morocco. Так, не могу здесь сюда идти. Чертик знает. Ого. Тут еле. Еле живой один. На последних досках ходит. С пробитым корпусом. Так, ты у нас разделишься. Хотя не зачем, там есть уже разделенная армия. 93, там все курица. Тут мы сейчас соединимся. Плюс возьмем эту. И будем португальца разбивать. Добивать. Здесь вроде никого нету. Значит, можно будет перейти. Так, эти чертик знает, куда отступили. Да, реально черт знает куда. Может сюда на островке, может куда-то в Индонезию. Может, на этот островок. Тут не видно. Но вижу здесь португальский флот. Боевой, кстати. Линкорядский. Так, вы, чуваки, давайте сюда. Вы, чуваки, тоже давайте сюда. Вы будете тут нам оккупировать. Сначала дальние, хотя тут на всех хватает, чтобы не отступал далеко враг. Сабон взят, сюда подойдем, сейчас тут соединимся, отправим войска сюда. Тихо. Конго. Набегайте, набегайте. Все, уничтожили? Уничтожили. Сюда можно зайти? Можно. Зайдем. Посмотрим. Поприветствуем. Если там кто-то есть. Так, ты стань столицу, иначе опять восстанут. Какие-нибудь повстанцы. И походу надо на еще на Австралию заехать. Либо сюда. Тут очень развитые пробки. А, и тут, кстати, крепость есть. Ай, блин. Крепость — это плохо. Что она там есть? Она не будет считаться нам. Так, ну вроде бы здесь никого нету. Технологию пока рановато брать. Что у нас, фрегаты? Ну, могут действовать. А, у них миссии нету. Правильно, еще не поставил. Защита торговли. Да пусть будет Ла-Манш. 402. А с защитой. Шестьдесят две монеты. Ну, нормально. Здесь
Все тихо, спокойно. Хорошо. Куда он отступает? Тут некуда отступать уже ему. А куда он пошел? Видимо, сюда отступал. Потом наши захватили, он не смог туда зайти. Так, отлично, разбили. И достаточно много еще себе линкоров стыбзили, скажем так. Честно заработали. Да. Так, давайте на ремонт. В галеры ремонтируется. Ладно, пусть будет так. Можно ополчение взять. Хотя бы не так максимум. Но можно взять, чем бы нет. А вот все равно может как бы быть больше лимита. Это не престиж там или там что, или легитимность, которая не может быть выше лимита. Ополченцы могут быть. Хорошо. Вроде бы все оккупировали, да, всех победили. Но 52%. В Португалии сколько? 38 вовсе. Ну, Португалию, религию я, конечно, не смогу сменить пока что. Сейчас мы попробуем. Иберика. Тут писали, что правильно не Иберика, а Иберия. Я думаю, Иберика тоже подходит. Ой, стоп, я не через то смотрю. 33. Ну, можно еще Бразилию. А тут вообще никто ничего не делает. Ясно. Здесь не надо, правда? Будем рисковать, будем вот так разделяться. Испанская осинебоя. Матерь Божья. Вот это придумали название. Ну, я сюда привезу еще армиечку. Давайте вот это напустим. Краски подремонтируется. Генерал там хороший. Давайте. Вот этого поставим еще лучше. 29-е. Так, чуть-чуть ремонтик. Харисю. Ну и что? И поплыли. Пока что поплыли. Че ты бедную маленькую Мерину обижаешь, а? Бритаха. Ладно, с кем у нас перемирие? С Неаполем есть. А с Провансом, вижу, нету. Но там Австрия и Неаполь. С Австрией нельзя воевать. Потому что мы корем. Если начнем войну, то остановится закаривание. Так не пойдет. А вот против Неаполя вполне себе это возможно. Но тут было бы хорошо, конечно, через Прованс воевать. Хотя там 50%. А, 50, а может быть 51, 52. Тут хорошо, как я говорю, было бы поставить галочку. Неаполь бы перекрестили. Потом бы его забрали. Да, тут лучше через Прованс, но потом на Австрию. Австрия тут нам не подходит. Тут еще перемирие. Ну тут, соответственно, тоже 64-й, тут какой 59-й, Россия перемирие, на Мамлюка не надо. Ну ладно, пока ждем, пока что ждем.
Лиссабон. Лиссабон, ты Толедо патрулируй. Так, тут наши фрегатики прибрежные. Пока сюда выходите, на родные земли. Так, вижу один простайлет. Отправляйся куда-нибудь сюда, например. Армии большие, но, бляха, что-то не хотят ковровую осаду быструю. Не, ну тут, возможно, где-то есть войска вражеские. Можно из-за этого они не хотят разделяться так сильно. Я буду рисковать. Я не хочу долго застревать в этой войне. Кораблики. Ну, пока сюда, а там посмотрим. Что-то чувствую, надо все-таки именно сюда идти. Как там Португалия? Еще нет. Но уже минус 3, а было минус 33. Уже. Потихонечку. Тут не буду ничего брать, тут мне, наверное, что устраивает все. Ну, можно парочку, раз что про. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Выберем. Ну, пусть будет это. Без разницы. Португалия. Согласна, да? Согласна. Это хорошо. Ну, если еще эту взять. Ну, 16. Ну, 16 тоже можно добиться. Там еще есть что оккупировать. Есть на чем добивать этот военный счет. Посадим сюда гармеечку. Так, поврежденные пусть отделятся. Просто тут пусть стоят. И поплыли сюда. Как? Согласен. Хорошо, что согласен.
3. Колумбия, чтобы тут проход был. 30. Нормально. Сейчас наберем. Сейчас будут бои чуть-чуть идти. Тоже будут набираться за их счет. Тихо. Стоять. Флот пришел. Может, хватит 32. То есть всего два линкора. А, у меня тут еще есть линкоры. Сейчас пусть эти вступят в бой. Давай. Тоже военный счет набиваем. Ну и пусть лутаем. 14 кораблей захватили. Имба-доктрина, реально имба-доктрина. Опять прячемся. Куда идешь? 20. Стоп, а как это? Мы же в одной крови находимся, не? Сейчас еще сразимся. В смысле? Он же не отступает. Как это мы в одной провинции находимся, и мы не сражаемся с его флотом? Чего? Это что за технологии такие? Значок показан, что мы будем сражаться. Но мы не сражаемся. Браво! Молодцы! Молодцы, разработчики. Ну и бак. Плюс один. Я что-то не понимаю. Магия, бляха-муха, магия, грёбаная магия. Я не хочу магии. Что он там закурилось уже? Еще нет, чуть-чуть. Ну, сейчас, я думаю, уже согласен, да? Что Франция воюет? Нет, не воюет. Просто так себе отправили. Ну ладно, ладно. Я думаю, Марокко само тут. Если разорвать союз с Испанией. Ну ладно, пусть уже будет так. Не буду уже тут мучить. Португалия. А, блин, я тут должен забирать. Ну ладно, другой раз. Другой раз. Еще заберу.
все. Но все равно так, знаете, 60% только взяли. Да ладно. Так, здесь 70, да? И сколько, интересно, влезет сюда, в Иберику. Сколько сюда можно запхать проф? Ладно, так долго смотреть. Они-то возьмут. Да, вроде бы и больше можно еще запихнуть. Вот так, да? Ого, 108, однако. Значит, Канаду надо оккупировать. Ну, либо здесь, Колумбию. С кем это они еще воюют? Колумбию, точнее. Колумбия. Пикчерс. Япония и Юка. Понятно. Ну, короче, пока соберемся здесь. Вы, пацаны, давайте. Ну, не знаю, вас бы кораблями, конечно, перевести. Корабли все уехали сюда. Ну что, тут еще крепость есть. Я думаю, за нее тоже дадут неплохо счет. Тут просто дело в том, что испанцы где-то свои войска увели. А куда они их увели? Черт их знает. На кораблях. Куда-то на кораблях. Ага, 71. Ну, за счет того, что предыдущий тоже стоял, брал 600 дней, получается. Тихо. Еще плюс флотик. 77, да? Не хватает 53. Окей. Ага, вас я отправил сюда. Давай, давай. Тут пооккупируем. Ну, спешить некуда. Надо, чтобы Иберика еще чуть-чуть подсобирала очков. Но здесь очень много потратила. Ну, говорит, все. Хорошо. Кстати, у меня есть тут еще флот транспортный. Вот он. Давайте мы его соберем сюда. И попробуем вот этими кораблями отвезти в Канаду. Еще эту армеечку. Может, не попадемся на вражеский. Сколько у них? 19 еще линкоров. Это немало. Да и немного. Да и тут можно тоже сколько взять. А, это
Каспар Юнг. Тьфу ты. Ну, чуть-чуть есть. Еще парочка проф. Так, в Толедо уже вижу повстанцы. Понятно, почему они не соглашаются. Сейчас придет карающая длань. Здесь можно открыть вот это. Ну, черты, плюс дисциплина. Сколько теперь дисциплины? У меня что-то. У меня лимит флота уже слишком большой. Ну, 130 почти. Причем 800. Дороговато. Дороговато. Можно, конечно, взять тут пару проф себе, закорить и отдать. Но зачем? Так неэффективно. Вот так как-то. Неважно. О, кстати, армия испанская. Думаю, где она пропала? Она тут. Сейчас еще проиграем этот бой. Давай. Ну. Их, победили. Хорошо. Так, тут тоже бой. Тут тоже надо вступить. Этим командира нельзя. Куда он наступил? Сюда, да? Но мне тут надо бы восстановиться сначала. Девяносто, тем не менее. И он согласен. Отлично. Отлично, отлично. Религию тут пока тоже не поменяешь особо. Мексика хочешь? Ладно, ты пока обойдешься. Это там и так уже получила. А тут особо нечего отдавать, тут ничего нету оккупированного. Ну, разве что вот здесь, да? Это чей регион? Это луизианский. Ну ничего, у нас будет мир. Так что я все равно смогу его отдать. Угу. А, я хотел разорвать союз. Они все равно его заключат. Ладно. Тут Марокко, если захочет, он сам может тут вот это все отбить. И португальца с испанцами он может разбить запросто. Так, врагом Россию. И новой Валахии. Забирай. Харисю. Харисю. Китай. Ты все еще воюешь, значит, грозить войной тебе нельзя. Ну, все время меньше и меньше становится. Ну, правда, вот Корею бьет, побеждает. Я думаю, рано или поздно смогу потребовать у него вот эту правочку. Так, ну что там Испания? Ты еще воюешь Японии? А, ну то они воевали.
69, но тем не менее еще 69. В смысле 114? Откуда? Ну тут, видимо, давай Марокко. А, ты проигрываешь войну. Ясно, 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 ясно. Ясно, ясно. Ну, значит, Португалия потом здесь заберем, тут заберем и все. Не будем их перекрещивать. Но тут, наверное, ну, одной, я думаю, хватит армеечки, чтобы здесь подавлять восстание. Их тут будет дохренище. Так, теперь дальше мы пойдем на Прованс. Сюда. Сюда. Поставим галочку на Неаполь. Скушаем Неаполь. Не, Неаполь. Неаполь надо перекрестить. Скушать Прованс. И Австрию нужно скушать. Фига он построил тут крепость. Ха. Вся игра у него была на двоечке вот, до предыдущей войны, когда мы ее сжали до одной провинции, Австрию, она решила построить восьмерку. Ладно. Ладно. Логика, бляха-муха. Блещет. Правда, войск нету. Все сюда позавозил. Отсюда нужно тоже свалить. Поехали сюда. Ладно, пока они там приедут. Я отсюда заберу еще войск. Не, на Неаполь нужно две армиечки. Так, хватит. Отсюда, да и отсюда можно тоже забрать. Смысл здесь стоять. А там в Альбионе пусть стоит. Короче, беру. Пусть будет. Двойка. Сюда тройку нужно. Монеток только. Что-то Япония не ахти. Так, флот подведем. Не знаю, хватит ли его или нет. Авторитет нужен? Нужен. Не надо никакой помощи. Ну, ладно, тут уже нет смысла ждать. А, я не могу. А почему не могу? Ну что, перемирие? Нет. Не. У нас перемирие с Неаполем. Но игра очередной раз выдала нам очередной баг и не показывает нам то, что у нас перемирие. Угу. 58-й. Угу. Угу. Ясно, ясно. Ай, ну тогда. Тогда, ну что, тогда. 60%. Так неэффективно воевать. Можно, конечно, забрать пару проф, а потом как-нибудь. Но это неэффективно. Ладно, давайте на этом закончим серию. Следующий мы уже здесь
повоюем, думаю, быстро. Ну и там закончится перемирие против России и пойдем на нее. Вот можно, сколько у нее, 500. Ну, можно отжираться нормально. Я, наверное, не буду уже здесь создавать никаких дочерних стран. С ними больше мороки. Хотя, с другой стороны, можно создать какой-нибудь там Урал. Где-то на границе такой. Шух. Приграничную зону. Посмотрим. Ладно, на этом все. Всем пока. Всем всего хорошего. До новых встреч.